Привет всем любителям баскетбола, и на ваших экранах город Саратов. Именно здесь сегодня, если Автодор сыграет против московского ЦСКА, и защищается против него как раз-таки Алексей Швед. Загорац. Он может и в дальней дистанции бросить, и открывает счет набранным очкам Автодора именно на Антонова. Антонов три с получения, на сей раз мимо. Никит Курбанов забирает подбор. Швед еще одну треху попытается, и на сей раз точно. Конечно, Алексей Швед — это игрок, которого надо держать. Трехочковые в большом количестве забивать. И вот, пожалуйста, первая треха для него сегодня. Райан Боутрайт отвечает. У него с уверенностью все в порядке. Две атаки Автодора и две трешки. Тем временем Каспер Уэйр. 0-3 у него. Вот такие броски пока идут. ЦСКА в быстром отрыве. Никита Курбанов с обратной стороны нет. Но Никла Милутинов здесь запишет себе еще и подбор в нападении. Так что сюда он вернулся, конечно, за игровым временем. И в целом неплохие минуты получает пока Никита Михайловский. Но саратовцы, опять же, продолжают много бросать издали. И весьма успешно это пока получается. Семен Антонов, еще один средний бросок. Теперь уже с активным сопротивлением. На Семена Антонова пока не следует замен в составе ЦСКА. Швед против Пятенева. Пятенев известен как сильный персональный защитник. Швед тот теперь на Милутинова. Шикарно доставляет мяч. Игроков скамейки. Там и Антон Остапкович, и Ливьо Жаншар, и Дэн Давидовец. Наверное, среди тех, кто наверняка уже совсем скоро появится на площадке. Боутрайт как раскручивает Уэйра и подвешивает флоутера. И из 13 командных Райан Боутрайт набирает больше половины. 7 очков соответственно. Каспер Уэйр. Каспером Уэйром. Шар помогает заслоном. Получает передачу. И средний бросочек у него тоже есть. Между прочим, в первом раунде драфта NBA. Ребич. На дугу Загурац не стал бросать, отдал на Пятенева, а вот Пятенев бросает и делает это. Кристиан Джонс. Помощнее Давидоваться. Но Дэйен очень грамотно занял позицию и отбился один в один. Брэндон Гарретт. Ну и весьма вероятно все равно, что Никола Милутинов уже совсем скоро вернется на паркет. Пока Брэндон Гарретт, получив передачу от Боутрайта, забивает левой рукой. Не очень. Да, Милутинов и Швед парой готовы появиться на паркете. Остапкович. Но сюда ЦСКА сезона 22-23 он уже пришел на роль одного из лидеров. И на большие минуты Ребич попадает в какую там по счету пятую треху уже для саратовского Автодора. ЦСКА, кстати, в сравнении все лишь один из семи пока издали имеет. Остапкович, вот она, вторая, может быть, как уверенно. Это уже 14-я треха для Автодора за неполные 14 минут. Вторая подряд от Остапковича, получите! Его просто не остановить, 8 очков подряд набирает Антон Остапкович. И да, Евгения Колесникова, кстати, нет сегодня в заявке. Вот, признаюсь, не уследил. Колесников-то сегодня не играет. Ну а Никита Михайловский доходит до чужого кольца и эффектно набирает 2 очка с правой стороны. 27-33. Карусель армейцев. Швед на Милутинова. Ну, прочитали это взаимодействие баскетболиста Автодора. Классный Гаррет тогда сыграл. Швед высокий заслон соперника проходит. Высокий зад. Ничем за 5 минут до большого перерыва. Свен Антонов также на площадке. Поменял Дэйна Давидоваца. Швед. Я скажу, 15 очков набирает в четвертой четверти. Пятенев. Боутрайт. Теперь трешка от него. Убирает мяч Даллас Мур. Швед на дугу. Камолов. Его первый бросок. И сразу точная трешка. Защищается против Райана Боутрайта. Заслон от Минченко. Еще один заслон готов предложить Раде Загурац. Загурац разворачивается и со средней. Дворца спорта «Кристалл», который заполнен. Довольно здорово. Боутрайт освобождается после этого взаимодействия. И трехочковый. Швед. На Курбанова. Курбанов в проходе не стал, но отдал Шведу. Швед на Милутинову. Многоходовочка уже такая от ЦСКА.
Нет, против Минченко сделал скидку на Милутинова. Милутинов Курбанову, и никто не может помешать капитану армейцев. 37-47. С таким счетом мы отправляемся на большой перерыв. То есть уже Никита, Брэндон Гарретт. Классно, Давидовац его встретил очень вовремя. И Никола Милутинов. Весьма, весьма неплохая. Каспер Уэйр. Не было заслона, но он и не нужен Касперу Уэйру. Вполне Никиты Уэйр. Отдал передачу Алексею Шведу. Швед трехочковый. И это туда. Третья трешка для Шведа. У него теперь 12. Столько же, сколько у Милутинова. Тяжеловатые тут броски с игры у него. Ну и ЦСКА. 7-2 делает рывок на старте четверти под номером 3. И 9-2 после этого броска Каспера Уэйра. Сколько эффективно. Швед после передачи от Уэйра. Еще один трехочковый. Вот мяч у сербского разыгрывающего. Но какую передачку, интересно, он тут выдает на Боутрайта. Боутрайт, подключившемуся за Гурацио. И Боутрайт еще раз издали заряжает. Все-таки он издали пока забить не может. Евгений Минченко, а вот он смог из-под кольца, все-таки нападение было. Никола Милутинов. Меньше 6 минут играет в третьей четверти, но вот этот заброс на Милутинова проходит, и тут уже Минченко никак помешать не может. Потому что эффективность Никола. Алексей Швед, Давидовац, скидочка на Каспера Уэйра, и Уэйр. 5 баскетболистов. Уже отметили с трехочковыми, и еще одна. Никола Ревич теперь забивает дальней дистанции, соответственно, ЦСКА 8 точных трехочковых. И у Автодора после этой трешки, да, теперь тоже 8, Давидовац на ногах. И эту результативную передачу, уже четвертую для Уэйра сегодня. Столько же у Алексея Шведа. Евгений Минченко. Ребич. Гораздо больше, чем в Енисее под руководством Дражина Анзуловича. Здесь уже Милош Павичевич играет Ребич. Ну и Загорац. В общем, сербские баскетболисты классную игру показывают. Загорац становится после этого попадания 9 очков. Здесь промазал 3. Ливье Жан-Шарль забирает подбор, возвращает на дугу. Остапкович пробует обыграть. И у него получается это сделать. 51-74. Помню, что у них, как и ЦСКА, идет пока без поражений в единой лиге ВТБ. Брэндон Гарретт против Жан-Шарля. Пытается обыграть, не забивает. Сам забирает подбор. Был на паркете, набранными очками не отметился. Даллас Мур на наших экранах, и он с мячом. Мур на Жан-Шарля, и Ливье. Промах от Петенева, и ЦСКА пробует сыграть быстро. Жан-Шарль с передачи Антона Остапковича. Еще один точный бросок, и армейцы уже отметку в 30. Тодор, прямо скажем, в защите мало что показывает. Ребич тут здорово залезает в левую сторону. Но он и не очень эффективен. Боутрайт. Это что, передача? Если да, то прошло. Печкин трехсекундная. И все-таки забивает свой второй бросок Андрей Печкин. Отбился. И на Жан-Шарля доставил мяч очень, очень легко. И самое главное, быстро. Кому? Нет. Ухов. Ухов и Даллас Мур как раз. Два баскетболиста, которые из тех, кто выходил, единственные, не набирали очки. И пока Брэндон Гарретт набирал очки. Здесь в трехсекундной зоне все поразнообразнее. Вот последние минуты. С другой стороны, нужно понимать, что уже и ЦСКА куда более уверенную. И игроков старта пятерки, в частности, убрал с площадки. Эмин Райкович, пока Боутрайт забивает со средней. К слову, Ухов отметился первыми очками в предыдущем владении. Ну и Дин Лиги ВТБ вот в первых четырех матчах почти 10 минут игрового времени и почти 8 очков, что достаточно неплохо. Печкин с дальней дистанции. Быстрый переход, Руженцев не торопится и показывает, что Остапковича есть там неравноценный размен. Доставят ли до него мяч? Доставляют. Остапкович вправо развернулся и хлопок. Нет, хлопок по спине получил Печкин.
Иванов был на площадке до этого момента. Идет внутрь. В защите. Загорац. Вот он неплохо развернулся. Подвесил мяч так, чтобы... Продолжают армейцы бросать, но, конечно, не на тех оборотах уже, что, например, в третьей четверти Михайловский 2 плюс 1. Тупая. Руженцев пробегает, получает и бросает с дальней дистанции. Первая же атака Самсона Руженцева. Вот, правда, возвращает и Брэндона Гард. Что на площадку сейчас. Немножко Павичевич, Ухов идет. Звенья механизма воедино. Михайловский. Мажет трехочковый, Минченко пытается добавить, и это все-таки не получается. А вот у Гаррета выходит. Мур. Стал бросать и на этот раз. Ухов на Самсона Руженцева, и тот! Вот такого данка мы от него еще не видели в единой лиге ВТБ. Все, кто смотрел лучшие моменты с выступления Самсона Руженцева в американском колледже. Промахивает. 93-73. Ребич. Ребич, что это? Алиоп на Гаррета. Да, доставлено. Мур практически сегодня не бросает с дистанции. Может быть, здесь. Вот как я только об этом сказал. Даллас Мур и получите трехочковый. 96. Жан-Шарль забирает подбор. Давидов вновь пробовать не будет. И Жан-Шарль от Цыбикова. Зато так вот резко Давидов против Ребича. Мур. Обратный пас на сербского форварда. И Давидов со средней. Все-таки проваливает мяч в корзину. Да, показывает Эмил Райкович, что еще бежать, бежать, бежать. Еще армейцам можно очки набрать. Даллас Мур не смог этого сделать. Но не выключился из борьбы. И Давидов здесь уже легчайшие два сверху. Фиксируем пятую победу ЦСКА подряд на старте сезона единой лиги ВТБ.